Да, Ирина, всем победителям конкурса всего-то от 14 до 21 года. Многим из их городских ровесников и представить трудно, что в этом возрасте ребятам уже приходится вставать ни свет ни заря, работать на тракторе, убирать зерно и чинить сельскохозяйственную технику. Более 3 миллионов тонн мы собрали зерна. И в этом урожае, в этом победном результате немалую роль сыграли наши молодые труженики села. Показав лучший результат, стал победителем областного конкурса «Урожай». Конкурс проходил в 2 этапа. По итогам первого выбрали около 70 человек-финалистов. В результате остался 21 победитель. Именно они стали лучшими работниками тока, овощеводами и трактористами. Культивировал, пахал. Гордо за себя, что я 18 лет чего-то добился. То, что мы посадили в столовую, нам сейчас кушать варят. Там щи из капусты, там морковка. Добавлю, что среди подарков в основном была бытовая техника. Это телевизоры, планшеты, соковыжималки. Это подарки от крестьянско-фермерских хозяйств. А вот Министерство молодежной политики раскошелилось на жесткие диски, футболки и цветы. Ирина?